На творческий вечер Ларисы Шахворостовой в Дом культуры Успенская приехали представители районной администрации, депутаты Московской городской думы, общественные деятели, представители духовенства, бизнеса и политики, а также известные деятели культуры и искусства. 35 лет нашей дружбе. Я был одним из первых режиссеров, который пригласил юную актрису Ларису Шахворостову, тогда выпускницу ГИТИСа, попробоваться на одной из главных ролей фильма «Лермонтов», который я ставил, на роль любви Лермонтова Вареньки Лопухиной. Лариса была одной из главных кандидатов на вот эту роль. Три было главных кандидата. И так вышло, что худсовет Мосфильма не позволил, так сказать, нам над этой работой вместе работать. Но мы тогда подружились, и тогда я ее открыл в 1984-85 году. Концерт-спектакль «Ты только верь» организован при содействии благотворительного фонда «Наследие» гильдии актеров кино России. В холле у пресс-холла проводилась фото- и видеосъемка гостей и участников творческого вечера, которых в этот день оказалось очень много. Лариса Шахворостова рассказала журналистам о том, какой колоссальный труд стоит за ее успехами. Готовилась с октября, трудностей было немало. И не случайно мы оказались именно в этом зале, потому что особенно тепло к нам отнеслись здесь. И глава Успенская Владимир Владимирович пригласил меня сделать творческий вечер именно здесь. Более того, мы записали здесь уже несколько песен. И одна из главных песен, которая прозвучит сегодня, будет премьера, которая называется «Впереди вечность». Нам предоставили студию здесь, и мы работали с большим удовольствием и радостью. Праздничную программу открыли народные артисты России Дмитрий Харатьян и Светлана Безродная. Это замечательный праздник, потому что вот такая потрясающая актриса, такая молодая женщина, она отмечает 35 лет своей творческой деятельности. И даже трудно поверить, что 35 лет, знаете, я вот сейчас отмечала 30 лет своего оркестра, создания. И поэтому я сама удивлялась. Но Лариса Шахворостова, она вообще ничего не удивляется. Она всегда идет с открытыми глазами. Удивительный человек, удивительными качествами. Потрясающе разнообразная актриса. Она может сыграть все. В программе прозвучали популярные песни из фильмов «Верные друзья», «Вам и не снилось», «31 июня», «Мы из будущего» и многие другие бессмертные хиты советского и российского кинематографа. Кроме того, зрители услышали стихотворения Анны Ахматовой и Роберта Рождественского, а также Ларисы Шахворостовой в авторском исполнении. В спектакле «Ты только верь» продумано все, от жеста до мельчайших деталей костюмов и декораций. Любовь и вера, без сомнения, правят миром, считает актриса. Специально для этого вечера был создан видеоряд более чем из 60 фильмов и сериалов, в которых снялась Лариса Шахворостова. После каждого выступления гости встречали актрису бурными аплодисментами.